Всем привет, меня зовут Алмаз, я второй пилот авиакомпании Air Astana, я летаю на самолете Airbus. Сегодня выполняю рейс 893, мы летим из Нур-Султана в Домодедово. Приблизительно будем лететь около 5 часов и ожидаем 150 пассажиров. У нас на борту будет 8 членов экипажа. Борт полностью готов уже к вылету и ожидает только нас. Полетное время до Домодедова составляет 3 часа 30 минут. Болтанки не ожидается, также обливаться на перроне не будем. Желаю вам всем приятного полета. А теперь, за час до вылета, мы отправляемся в аэропорт для того, чтобы подготовить самолет и кабину к вылету. Наверное, одни из любимых рейсов – это в Дубай и в Анталию. Оба города расположены недалеко от Бережного моря, и когда ты заходишь на определенную полосу, вид один из самых прекрасных, который может быть только. График работы у нас не нормированный. Например, этот рейс я выполняю ранним утром, а следующий может быть и ночью, плюс разница во времени. Поэтому один из основных навыков нашей профессии – это уметь отдыхать. Перед рейсом обязательно нужно выспаться. На отдых экипажу дается примерно от 10 до 12 часов. Без этого мы не допускаемся к выполнению рейса. Да, наверное, так можно назвать. Я периодически снимаю некоторые моменты своей профессии, выкладываю их у себя в Инстаграме и в ТикТоке, тем самым популяризирую свою профессию. Clear, after departure direct to Diedo, Wimfoto 340, thank you, Stanwine 893. На сегодняшний рейс наш позывной Stanwine 893, и прямо сейчас я запросил клиренс граунда для того, чтобы совершить вылет из аэропорта на Нур-Султан. Доброе утро, дамы и господа. Второй пилот приветствует вас на борту авиакомпании Air Astana. Продолжительность полета до Домодедова составляет 3 часа и 30 минут. Просим вас обратить внимание на инструкцию по безопасности, так как ваша безопасность является основным нашим приоритетом. Желаю вам приятного полета и благодарю за внимание. Еще во время того, как я учился в университете, я узнал про программу Abinisho, подготовился к ней на протяжении нескольких лет. И затем поступил, меня отправили в Испанию. Я учился в Испании примерно 14 месяцев, после чего вернулся в Казахстан. Подписал все трудовые договора с Air Astana и отправился уже на обучение на новый тип, на Airbus 320 в Тулузу, во Францию. После чего мой путь начался уже обратно в Алмате, где я продолжил свое обучение на типе. Самолет считается самым безопасным видом транспорта. Во многом благодаря слаженности работы у всех есть свой список задач. Все системы на борту дублируются. Экипаж перепроверяет работу друг друга. Отсюда и команда для бортпроводников Cross-Check Opposite Door, которую вы слышите перед взлетом. Все свои действия пилоты проговаривают вслух, чтобы коллега понимал его действия. Мы летим уже полтора часа, и самое время подкрепиться. Питание у нас происходит прямо на рабочем месте в кокпите. Также мы питаемся в разное время, и в качестве безопасности у нас разное питание. Приятного. Спасибо большое, а вам приятного просмотра.
свою профессию могу характеризовать как достаточно дисциплинированную и ответственную. Люди должны отдавать себе отчет, что они собираются, если собираются поступать сюда, что нужно пройти через много испытаний и много учиться. В целом, жизнь пилота – это как жизнь кадета. Бесконечно обучаешься и обучаешься, обучаешься чему-то новому. Поэтому здесь лень, она категорически запрещена. Перед заходом на посадку мы проводим дополнительный брифинг. Получаем актуальную информацию по погодным условиям и особенностям аэропорта. Ну вот и все. Мы благополучно приземлились в аэропорту Домодедово. Мой рейс на этом окончен. Я благодарю вас за то, что вы летаете вместе с нами Air Astana. До скорых встреч!